Осталось меньше месяца до начала нового учебного года. Планируется, что праздник 1 сентября пройдет в традиционной форме, но с соблюдением всех санитарных требований. И пока только школы готовятся к встрече учащихся после длительного перерыва из-за карантина, детские сады уже приступили к работе. Вот уже практически месяц детские сады района работают после снятия карантинных ограничений. Больше всего открытия садиков, конечно же, ждали родители, которым необходимо было вернуться на работу. Мы очень довольны, что детский сад открылся, так как на работу необходимо ходить всем. Условия замечательные. Мы за своего ребенка не переживаем, хоть она у нас и маленькая, всего лишь во вторую младшую уходит. Воспитатели следят за санитарным состоянием. Ребенок рад, доволен, потому что очень скучал за детским садом. Вопросам безопасности дошкольного учреждения всегда уделяли особое внимание. Сейчас же, в период распространения коронавирусной инфекции, все меры были усилены. Приемку детей стараются организовать так, чтобы дети из разных групп не контактировали. Всем ребятам обязательно измеряется температура в присутствии родителей. И только после того, как все в порядке, ребенка принимают. Все работники детского сада также ежедневно проходят термометрию. На сегодняшний день мы применяем все меры предосторожности для наших детей и наших сотрудников. Утренний фильтр проходит обязательно с измерением температуры. В течение дня мы также мониторим температуру у детей, у сотрудников. Все помещения нашего детского сада обрабатываются. Обязательно проходит дважды в день кварцевание всех помещений и, соответственно, обработка всех поверхностей. На сегодняшний день практически все дошкольные учреждения района вернулись к своей обычной работе с соблюдением, конечно, всех санитарных норм. Около 10 садиков только готовятся к встрече своих воспитанников. Там завершаются текущие ремонты. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».